Итак, давайте я вам покажу наше жилье, наша комната. Вот это вот наша комната. Кстати, жилье снимали мы через Airbnb. Если не знаете, что это сервис, с помощью которого вы сможете жилье найти себе по всему миру, наверное, по всему миру, под ваши нужды. То есть можно от самых дешевых до самых простых. Итак, смотрите, вот сейчас мы находимся в Праге. Вот это вот наша комната. Там хозяин сдает, например, комнату. И вот это вот наше место. Вот кровать, тумбочки, прикроватная есть. Все как бы не супер евро там клево, но смотрите, все как бы со вкусом, скромно, отлично. Прикольно, смотрите, шкаф, здесь множество книжек разных. Гарри Поттер. Причем я вижу, что у данного хозяина, данного человека, много было посетителей и до нас, и я думаю, еще будет много и после. Уютно, тепло, хорошо, и живем от центра, ну, сколько, где-то 4 километра от центра, если на трамвае ехать. Вот выход во двор. Если на трамвае ехать, это где-то 40 минут. Если пешком, это где-то 50 минут. Может, если в развалочку, то час. Пойдемте покажу следующую комнату. Ну и ссылка на сервис Airbnb вы найдете в описании. Может быть, кому-то будет интересно. И походу оставляют отзывы, наверное, свои или благодарности. Здесь много всего, конечно, на разных, наверное, языках. Множество я не смогу прочитать. Если сами хотите, можете попробовать. Вот как-то так. Так, вот это вот наша комната там. Здесь ванная. Кстати, в отличие от хостела, в таких вот комнатах наш хозяин дает возможность множеством пользоваться его вещей. Но что используем мы свое, а что используем иногда его, потому что все учесть и взять с собой просто-напросто невозможно. Так, пойдемте, здесь у нас кухня. Освещение над столом и кухонное. Тоже кухня классная, разрешает брать, например, и у нас масло, например, с собой не было, пожалуйста. Клево, все, знаете, скромно, но со стилем. Вот пойдемте, живем мы напротив, сразу вот остановка трамвайная. То есть ты вышел, сел, поехал, через 20 минут ты в центре. То есть клево. Вот здесь диванчик, можем передохнуть, посидеть. Ну, не знаю, в основном что мы покушали. Суть какая, утром встали, покушали за столом и ушли. Или просто ушли, уже не кушали где-то еще. А вечером пришли, может быть, тоже покушали, если еще хочется, и легли спать. Ну, так вот прикольненько. Кухня мне тоже нравится. А вот холодильник, опять-таки, наверное, с кучей надписей, фотокарточек и благодарностей. Не забываем выключать свет. Ну и коридор. Здесь, в принципе, ничего интересного нет. Видно, что любит на велосипедах кататься. Может, еще не время. Там туалет, а там кладовка. И там кладовка, кладовая. Ну, в принципе, все. Возвращаемся в нашу комнату и или ложимся, или мы сейчас продолжим наши прогулки, что пойдем гулять, посмотрим, что сегодня мы будем смотреть, гулять и где бывать.
А вот тот дом, в котором мы проживаем. Вот он. Проживаем на втором этаже. И окна нашей кухни, как раз я вам показывал, выходят вон туда. Это трамвайная остановка. Вот видите, два новых трамвая ходят здесь. Трамвайная остановка прямо перед нашим домом. 30 метров от нашего дома, от нашего подъезда.